Почему он так себя ведет? У вас сложные и трудные отношения. Мужчина ведет себя так, потому что боится потерять свою свободу, боится попасть под каблук. Считает, что он ведет себя правильно. Более того, возможно, ведет себя холодно по отношению к вам, да, то приближает, то отдаляет вас. Вы злитесь на него, и получается как замкнутый круг. Хотя на самом деле он очень скучает без вас. Ему важно ваше общество. Также тут эти карты могут говорить о том, что очень вмешиваются третьи лица, да, что, возможно, кто-то дает ему полезные в кавычках советы. И после этих советов мужчина ведет себя по отношению к вам не очень красиво. Почему он так себя ведет? Да, вот мешают кто-то третий. Какие-то советчики, друзья, подруги, да. И начинаются какие-то манипуляции, какой-то обман. Вот она никуда от меня не денется, она все равно меня любит, и я могу поступать так, как мне хочется. Разбивает вам сердце, в ответ получает тоже, в общем-то, порцию, да, не очень приятных эмоций, и ничего хорошего из этого не получается. Глупая ситуация, мужчина не думает о том, что он делает, слушает советчиков, живет как бы одним днем, да, не задумываясь о том, что он вас обижает. Возможно, также алкоголь причина, вот затуманенное сознание, да, возможно, знаете, вот советов наслушается, а потом начинает качать права с не совсем трезвых глаз. Не у всех это проиграется, но у многих. В результате остается один. В результате он ничего не выигрывает. Вместо хороших отношений уходит в отшельника. Закрывается, да, и считает, что вы виноваты в том, что произошло. И вот на данный момент он тоже с вами в ссоре, он закрыт, он обижается на себя, хотя надо бы обижаться на вернее, обижается на вас, хотя надо бы обижаться на себя и на своих советчиков.